Согласно информации, размещенной на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация», два российских авиаперевозчика получили допуск на выполнение полетов из Москвы в Физули. По «Росавиации» к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов по маршруту Москва-Физули допускаются авиакомпании «Икар» и «Северный ветер». Рейсы могут выполняться авиакомпаниями с частотой 7 раз в неделю. Ранее, в декабре 2021 года, «Росавиация» выдала допуск на осуществление полетов из Москвы в Физули авиакомпании «Ираэра». Первый тестовый полет в Физули был совершен 5 сентября. Здесь приземлился самый крупный пассажирский самолет закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии» «Азал» Airbus A340-500. 15 октября 2021 года аэропорт в Физули получил статус международного. Официальное открытие аэропорта в Физули состоялось 26 октября 2021 года. В нем приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.